Привет, подпекус. Расскажу тебе слово сегодня полезное, наверное, часто используемое. В корзину долбануло меня по пальцам. Кто-то использует его в негативном оттенке, кто-то в позитивном. Наверное, скорее всего, в негативном. Слово, или фразовый глагол «shell out». Догадайтесь, что оно означает из того, что я нес пакеты. Это означает «раскошелиться». Раскошелиться, как в русском говорится, раскошелиться на что-то, да? Потратиться на что-то. В английском здесь будет предлог другой. При использовании shell out мы говорим for, shell out for something. Но когда мы говорим потратить на что-то, мы говорим spend on something. Я говорю, предлоги — это одна из самых сложных вещей в английском языке. Вот, но я вроде упаковался и готов ехать. Вы можете дальше сказать, я запаковался, поехал, не отцепил велик-то. То есть вы можете еще сказать, допустим, I shelled out for Christmas presents. Все, наверное, на сегодня вот вам. По существу, коротко. До связи.